Количество погибших в ДТП увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом на Камчатке. Всего с начала года на территории края зарегистрировано 365 ДТП, в результате которых 48 граждан погибло и 492 человека получили травмы различной степени тяжести. Проведенный анализ показал, что более 90% всех автоаварий совершаются из-за нарушений водителями правил дорожного движения. Наибольшее число погибших в результате аварий зарегистрировано на территории Елизово и Петропавловска. По данным краевого ГИБДД, на Камчатке сохраняется сложная дорожно-транспортная обстановка. Именно это стало главной темой заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое прошло под руководством зампреда правительства края Юрия Зубаря. Отдельное внимание на заседании уделили федеральной трассе Мортпорт-Аэропорт. Для повышения безопасности дорожного движения там в 2019 году обустроен модульный пешеходный переход, а также введены в эксплуатацию три новых светофора. Сейчас там ведутся работы по установке дорожных ограждений общей протяженностью около 3,5 километров.